Всем привет! Вы на канале Максим Шоу. Наконец у меня вышла видашка. Ну, вроде бы у меня и прошлое выходило недавно. В общем, сегодня у нас снова видосик по фуддрафту. Да, у меня, к сожалению, аккаунт по новой. Ну, многие уже знают, почему. Так. Я вам особо подробно рассказывать не буду. Вот, тут куча новых карточек. Уже давно вышли. И... новая, короче, фишечка тут. Помните, раньше вот был Пассиберт и так далее. Вот, а теперь тут есть Пак Баттлс. Где подкрываешь паки, у кого там... потом собираешь из них команду, и у кого там выше какие-то там... допустим, там, у кого больше ик, у кого больше... у кого лучше... самая лучшая карточка там... еще что-то. Рейтинг команды и так далее. Ну, в общем, я прокачался уже до третьего дивизиона. Прокачал. Вот эти двое были изначально 69 рейтингом. Я прокачал одного уже до 99. Мне дали достижение. Сейчас я вам покажу, какое. Вот это. Типа, прокачай одного из игроков до 99 рейтинга. 693 драфты. 4 раза собрал. И открываем Free Special Pack. Что же за реклама? А тут, слава богу, реклама игры, так что ничего страшного. Да, чудо так чудо. Открываем, и здесь у нас еврокарточка. Лиги Европы, кстати. Вчера был матч Лиги Европы. Челси Арсенал, Челси победил 4-1. Ну, для тех, кто не смотрел. Алло, я же 87-й. Новенький. Не Бускетс еще. У нас сегодня задача, короче, открыть вот эти все паки. И вот и спешл паки. В общем, у нас будет тут куча всего. Итак. Ну, паки мы не будем открывать, наверное. Голд элит паки. Давайте пооткрываем. Там тоже выпадают крутые игроки. У нас только сегодня будет просто покупанник. Огромный покупанник. Никаких драфтов не будем играть. Вот эти опять футболы. Блин. Не будем вот эти пак-баттлс играть. Просто пооткрываем паки. Как сказать, понаслаждаемся. Пока нам ничего не выпадает в этих голд элит паках. О, нравится. Ля-ля-ля-ля-ля. Фигня. Эдерсон. Одни голкипер. Не. Вот сейчас, если в следующем паке ничего не выпадает, мы переходим к нормальным пакам. Нормальные паки. Мы идем к вам. Так. Food Champions пак, LTM Super пак и Special пак. Ну, тут ничего интересного нету. Так. С чего бы начать? Давайте со Special пака. Формы наши любимые. Всеми любимые. Снова информ. Золотой волкаут. Первый волкаут наш. Ура. В кавычках ура. И это Кулибали. Ну, мог бы Мане, наверное, выпить какая-то карточка его. Но это Кулибали 88-й. Хорошо, хорошо. Дальше. Да твою мать! Спешл пак называется, блин. Германия. Ройс 88. Да, и тут будет, наверное, куча дубликатов. Я это буду все продавать в трейдинге. Веллингтон. Так, или плюс паки мы не будем открывать. И у нас остаются Food Champions паки и LTM Super паки. Ну, естественно, Food Champions. Но здесь мне, кстати, когда... здесь мне всегда везло. И выпадали вроде бы хорошие игроки. Так, Нос Кейн тут. 90-й. Повторочка. В трейдинг. Ух ты, еще и Нельсон. Кстати, якобы вот это вот считается как... в FIFA обычно ты тоже два волкаута. Типа 86+, это уже волкаут. Еще Food Champions. Так, что тут?
Левандовский 91. Опять же дубликат. Если это 91. Да, это 91. Что же нам еще выпадет? Хектор, Беллерин и Першич. Все только на трейдинг. Все дубликаты, все крутые дубликаты идут на трейдинг. Бразилия, ПСЖ, Элфа, Неймар, чуваки. Ну, меня только чуваки смотрят. Ребятки, или как там вас называть? Ой, все через карточку Кохи. Напишите, кстати, комментарий, как мне называть вас. Типа всех, меня же и мальчишки, и девчонки смотрят. Аргентина. Барса, Месси, дубликат. Да, трейдинг. В смысле, блин, он же мне попадал. А, ой, перепутал, это информ мне попадал. Ханданович Юмсити, 87-й алстарчик. Ну, вот это круто тоже. Фу Чемпионс паки очень крутые паки. Ну, именно Фу Чемпионс паки, гарантированный Фу Чемпионс. Не эти там, которые по 60к в магазине. Тут у нас кто? Кулибали повторочка. Тоже в трейдинг, давай. Мы всем повторкам рады. Всем волкаутам повторкам. Так, и тут нас... слабовато. Мне в прошлых наградах выпадали получше. Там иконы падали в Фу Чемпионс паках, еще что-то. О, Гризман, 91-й. Крутяк, снова в трейдинг. Все в трейдинг. Так, и тут у нас... Ух ты, Оскар Тотс! Круто. Круто. Ну, я так понимаю, то Фу Чемпионс все будут волкауты, да? Уругвай. Ай, Суарес 92-й. Хорошо. Так, еще что-то. Цыганков 82-й. И все, и больше ничего нет. Ва-ва-ва-ва-ва. О! Первый не волкаут, Ермоленко. А че у вас клин-карточка? Фу Чемпионс пак даже покруче. О, рекорд-брейкер! Хамдалах. Хамдалах. Просто единственный волкаут рекорд-брейкер это Хамдалах. Потому что он 87 рейтингом. Хорош. Так, Ля Казет и Алисон. ЛТМС суперпаки. Ну, конечно, будет тоже много информов. Ну, что поделаешь? Мотн. Man of the Match. Тайсон. Дубликатик. Ишкринару. Фу Чемпионс повторка. Еще Джорди Альба был там еще. Калар 84-й, Стерлинг 87-й. Здесь у нас Савайнер какой-то и Тиаго. Фу Чемпионс. Я вас поздравляю. Кто? Португалия. Криштиану Роналду. О, блин, размечтался. Жуа Канцело. 87-й. И Дебра информа 86. И честный 86. Паксель из итальянской лиги. У нас волкаут информ волкаут. Беленький Вячеславич. 87. Увы, ну да. И Санне 87. Этот. Фу Чемпионс. Вот. Икона первая. Пока что эти награды. Бразилия. Мира, естественно. Кам. Да херушки вам, а не пиле. Сократес 89. Тоже в трейдинг. И Вернер 86-й Фу Чемпионс. Я, конечно же, замолк. Я такой. Но вдруг. Жо Канцело 84, Шкринер и 86. Уарежма, информ. А снова Фу Чемпионс волкаут. Уругвай. Нет, погоди. Я думал, выпадет повторка Суареза, я ее в трейдинг не продам. Ну ладно, ну локальчик. Что это было? Ёшкин кот. А вот это прикольно. А вот это надо сфотографировать. Да, я чуть ли плюс пак не открыл. А здесь у нас золотой волкаут наши. Ну, формы больше любим, правда? Килин.
Или буфон. К сожалению, тоже дубликат. Ох, в трейде где-то я бабла сниму. Ох, сниму-то сколько. Опять золотой вокал. Да иди в пене. С еще 310 токенов. Спешл паки. Сюда ждут. Гризман. Лучше бы его другая карточка выпала. Не Food Champions, какая-нибудь другая. Какой-то слабенький пак. Рождественская карточка. Фудмас она, по-моему, называется, да? И все. Серьезно, что ли? Информ вокаут. Снова. Давай, покажи мне, что ты можешь. Испания. Я Гаспас 88. Жесть. И больше ничего. Еврокарточка Жоао Феликса как раз 87. Так, здесь у нас форм. Даже не волкаут. Александр Арнольд. И все. Ну, он форм. Не был кого-то. Давай. Повторочка. Это я забыл, что это такое. А, это Future Stars. Ну-ка. Голландия. А, Клюверт. Тоже повторка. Трейдинг. Я все в трейдинг отправляю. О, я уже представляю, сколько я бабла получу. Хоть мне и так его много, 7 миллионов всего. А я получу еще больше. Снова мотом. Бен Себейни. Больше, к сожалению, никого. Я 86-87 рейтинг не считаю за локаут. О, вот это загодненько. Икона. Давай прайм его хотя бы. Там 92-й какой-то. Ну, ёшкин кот. Англия. Англия — это всегда плохо. Мур 92. Фигушки, 85-й Фердинанд. И честный стега. Фу Чемпионс, бра. Хоть какие-то нормальные карточки выпадают. Что там, Италия? Инсинье. 90. А, не, 89. Извините, перепутал. И стерли 87 инфом. Тут информ 87, это уже рели волкаут. Мурель 83. Он сточ. А это футбезный. Повторка Мбаппе. Футбезный. Я причем футбезный Мбаппе обменял в трейдинге на Тотса Эмраджана. Там просто чувак, то что у него день рождения было. Я такой, ну ладно, поздравим чувака с днём рождения, подарим ему тот с Эмре Джаном. У меня тоже новая карточка будет, в принципе. Что такое? А это у нас Фоден 88. Все, крутые паки кончились. Ну, спешл паки там еще, но я сомневаюсь, что там что-то годное выпадет. Эти паки не буду открывать. Погнали, спешл паки. Надеюсь, хоть один тоти нам выпадет. У меня такие, ха, размечтался. И пиндель под зад. Пока все грустненько. Очень грустно. Конечно, выпадают новые информы, но бичарские. Если бы у кого-то информы, тогда я молчал. Ну, Филипп Андерсон еще ладно. Аж лаганул. Каллоу. Давай хотя бы хоть одну карточку, какую-то другую, не информ. Это просто токены сливаю на информы. Тут я бы мог просто пойти даже вот в этот в трейдинг и попросить, дайте мне за бесплатно какой-нибудь любой информ. Абсолютно любой. Мне бы этих бичей бесплатно задавали. Давай мне что-то нормальное. Никуда не годится. Ё-моё. Ну и Тору как-то везло даже, и Сэри тоже. А зарубежный фифер. О,
О, первая РФА. Первая РФА карточка, которую я увидел вообще. Да неужели? Да наконец-то. Германия. Это Клозе 91. 91. Такой, what? Герой, волкал. Нет! На какой мороз? Я думал. Роналду 96. Да хренушки тебе, на тебя Мореза 88, он же круче. Кавычка. О. Улюбали 88. И посыпались наши любимые. Наши любименькие. Кстати, дали там еще с прошлого пакета 4. Кстати, за повышение уровня. У меня был 7 уровень, я его повысил до 8. И теперь у меня были 4 бесплатных с прошлого пака. Один просто там фриз пошел так. Да, блин. Уже лучше элит плюс пакет открывали, потому что там и то, мне кажется, награда лучше будет, чем Future Stars. Сейчас музыка должна быть. Кутроны. Или Калабри. Калабри. Посипиться, Кона. А вот это неожиданный поворот. Ну-ка, кто это? Франция. Кто это? Абидаль, Турам? Абидаль. Кто это? Абидаль, Турам? Зидан. Что это было? Тотс. У кого? Да ё-моё. Некоторые, кстати, еще не знают, как выпадают Тотсы, могли бы обосраться и сказать: Тотти, ни хрена себе, Тотти выпал, ура! Как мы рады за него, некоторые. Ну, ё-моё, ему Тотти выпал. Такие, а, ура, ему Тотти не выпал, это Тотс. Еще и без лукаута. Вообще, вроде. Манчестер, Де Брюйна, 90-й, повторочка. Он же у меня был. Ну, ладно. Походу, дело приснилось. Первый, кстати, информа лукаута. За спешл паки. Не вообще на этом аккаунте, а за сегодняшний токен. Неужели нормальная карта? Давай мне что-то сгодное. Гризман 92. Хрен тебе, дефикир 80. И мне рад. О, ты же лабый герой еще. И еще и Эльдервиль Санчеза. Вот. Почему не рад этому? Потому что мог бы выпасть Суарес 95, я бы его продал в трейдинге. Мог бы выпасть Гризман 92, я бы его тоже мог в трейдинге продать. Если у меня он не был. Гризман 92 был бы лучше. А снова битчарская повторочка. Все, что угодно, по-моему, выпадало. 18 минут у нас идет покупник. У нас все, вот эти токены кончатся, и все. Если мы еще что-то годное не поймаем, тогда... Ты чё? А, Лиг Чемпион. Я думаю, Лиг Чемпионский мод он там будет. Либо Лига Чемпионский этот... либо токен Нонин. Ну нет, это... Инсини 89. Антиказон. Снова икона. Праймовая. Голландия. Нидерланды. СТ. И это 94-й Ван Бастен. Ну, наконец-то, что-то годное. Вот то-то же. Ей. То-то же. Ну, не ей спорт, тот же посидится. Тот же. Так, нам остается один пак, либо мы сделаем чуть по-другому. Либо мы откроем два элит плюс пака. Как мы будем делать? Как же вы узнаете? Нет, я открою, пожалуй, два элит плюс пака. Ну вот, вот это лукаво.
Уругвай. Кавани, Суарес. Годин. Почему ты мне из уругвайцев золотых постоянно годин, 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 годин. Один годин выпадает. Даже рифма. Один годин. Ладно, икона в липроспаке. Нормально. Португалию. Кам. Ну, ёмаса вы торгаешь. Знаете, что я вам скажу? У меня есть вывод. Если вам выпадают какие-то каких-то плохих паках икона, то, скорее всего, это 87 минус. Потому что мне сколько выпадали иконов в элит плюс паков, голд элит паков, 81 плюс паков. Единственное, мне везло 81 плюс пак, там Маратон 95 выпадал. В элит плюс паке выпал Луиш Фигу 88. И в голд элит паке выпал еще кто-то. Ну там мало везений, короче. Но это невозможно просто. Такой, ёшкин кот, ни хрена себе! Икона в игре плюс паке! А потом такой, 85 рейтинг, идите вы нахер. Пока только золото. Лига чемпионов. Локаут. Интересно. Вообще, Гамшик 88. Так, все, я думаю, хватит. Все, ничего не поймали, меня оставили в плохом настроении. Вы видите, сколько тут всего можно просто в трейдинге тупо продать? Погоди, я сделаю немножечко попроще. О! Тоже же. Вот это все я собираюсь продать в трейдинге. Уху! Ну, кроме информов, конечно же. Так, давай информы все продадим. У нас же информов топовых нет. Особо, да. Информы все продаем. Они нам не нужны. Все. Теперь нормально. Вот теперь круто. Пошли пару матчей в тренинге сыграть. Стоять. Я продаю не золото. Я продаю, просто пишу. Те, кто еще не знает, что такое трейдинг. Трейдинг это такая штука, где можно обмениваться карточками, либо покупать, либо продавать за какие-то большие деньги. Либо еще что-то. Но это дубликаты, конечно же. Можно, конечно, чтобы для твоего соперника был дубликат. Так, я продаю. Вот. Гризман. Мбаппе, Левандовский. Так, он всех пролайкал. Ну что, за сколько будем продавать? Я думаю, 2 лямчика будет нормально. Не, полторы. Я хочу 1,5 миллиона монет. Хорош. Минус трое. В общем, вот видите, я только что продал за 1,5 миллиона монет. 3 челиков. Мбаппе 91-го, Гризмана 91-го, Левандовского 91-го. Да, мне постоянно попадаются жердяи, которые просят за голдового Месси 94-го миллиона монет. За голдового Месси, Карл! Антелляр 84. Нет, чувак, у меня его нет. А, то есть ты только его хочешь, да? Ну, дебила. То есть, типа, если его не дали, то ты даже на Тотти не будешь соглашаться. Если бы они у меня были, конечно же. Мне бы Тотти Неймар повторку, Тотти Вараничку повторочку. Так, я продаю. Кейн. Сократес. Бэйл. Нет, не надо мне свои карточки тут выставлять. Нет, чувак, убирай это все. Я буду за деньги только... О, ладно, согласен. Молчу. Давай. Давай уже!
мамочка. Не-не-не-не-не, я все видел. Не, я все видел. Доброе утро. Вышел. Вот и правильно. Ты меня не обманешь. Только обманешь, надо заменить на другое слово. Надеюсь, поняли, короче. Мне уже пишут то, что недостаточно памяти. Так. Кейн. Бэйл. Сократес. Ого. Ты долбоящер? Давайте прогоним парня. Вот хрен тебе. Давай выбирай все свое имущество. Давай серьезно. Нет, 200. Нет, 200к слишком мало. Пошел я от него. Нам вот чуть-чуть остается до 10 миллионов. Я пока все свои там крутые карточки не продам, я не закончу запись. Все хорошо. Проснулся час назад. Так, я продаю Кейна, Бэйла, Сократеса. Но если уже есть дизлайки, что ты делаешь? Ой, блин. Ну, ёшкин кот, да пошёл ты в жопу. Стоп. Не так. Я... Что я делаю? Ну что, мне не говори, ну мне же не говорите то, что я видео записываю. То, что это на телефоне. Так, я продаю Кейна, Сократеса и Бэйла. Кто-то на телефоне скажет, опять в телефоне сидел. Все вы притворяетесь нубами. Я хочу миллион деньги. Ты дебил, а? Поставляю свой максимальный. Они просто притворяются нубами. Я знаю то, что они далеко не нубы. Они просто притворяются, лишь бы им что-нибудь дали за бесплатно. Джогба. Есть обедаль. Подойдет. Я выхожу. Он сам вышел. Он сам только попросил дорогбу, я ему выставил своих, кого я продаю, и такой, давай мне сюда. Без денег. Ну где же мне найти нормальных людей, которые просто это все купят? Пожалуйста, купи у меня это. I trade for money or cards. Вот, Сократес. Так, Сократес лайк, Кейн лайк, Бэйл дизлайк. Обедаль. Ка. В смысле? Ничего. Клюверт. Хектор Беллерин.
Тайсон. Да неужели нашлось что-то, то, что он согласился? Зидорф, 85-й. Все, понятно, продаю его. Не. Сколько? 250. Нет. 70к. Нет, верни. Не увидел то, что он там 500к поставил. Верни деньги, гаденыш. Верни деньги, падла. Ну хорошо, давай 250 тысяч. Все. Продолжаем разговор. Я не увидел, что он 500к дает. Я такой, ну, 70 тысяч. Думаю, нормально. А, нет, 500к, я согласен. Стринич, нет у меня такого, у меня есть. Пэл, Сократес. Икей. Ну, давай. Ну что же ты молчишь? Засранец. Опять ты? Опять он? Пранканем чувака, а? Так, надеюсь, ты купишь у меня что-нибудь. Кейн, Сократес и Бейл. Нет, мне не нужны игроки. Убери. Убрал быстро. Я хочу 2 миллиона. Вместе с ними согласен тогда. Если поставишь 2 миллиона и их, тогда ладно. Хорошо, давай. Я согласен. Да ты дал, бля. Я уже подгораю немножечко. Угу. А вот тебе такой не понравится? Пошёл в жопу. Я уже чуть не бомбанул, блин. Ха, сандалька. Так, нет, погоди, обидай. Не надо мне ничего не предлагать, я на все буду отказываться. Нет, деньги. Только деньги. Нет. Так, обидай, он тоже предлагает. Да не нужны мне они! Гони деньги. Да погоди, он там выставит, я ему все скажу. Допустим. Так, а теперь... Нет. А теперь говорим ему. Я хочу 1,5 миллиона монет. Нет. Погоди. Я хочу 1 миллион монет. А, ну да. Это немножко не так. 500. Миллион вообще-то за них это нормально. 500к тоже нормально. 500к это, мне кажется, это уже маловато. Меньше я бы уже не продал.
Блин. Сократус. О, он всех лайкнул. Так, за них всех мы попросим миллион, да? Или полтора. Сколько он там стоит поставить? Пока не стоит. Хорошо, 1,5 миллиона. Ну, где мои 1,5 миллиона монет? Я жду деньги. Ты мне достал. Все, я ему просто бронзовых чуваков отдал. Потому что мне релив достал уже. Если у вас люди просят какое-то сраное количество монет, там, допустим, 746, 700. Ой, ты ж, погоди. Спешл карточки. Какой Роналду, какой Месси, вы чё? Нет, 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 нет. Ты чё? Ой. Только этих чуваков продам. Ой-ой-ой-ой-ой, я 1-0 забыл прописать. Хорошо, давай, давай, все, вот 500 касс, я согласен, я 500. Давай, давай, давай. Да нет, я не согласен. Миллион. Миллион, не меньше. За них 500к я отдам. А за Сократуса нет. Так, скоро можно будет покупать Тотти либо Пеле 99-го. Вот таким образом некоторые получают себе крутых игроков. Покупают себе Пеле 99-го, Марадоны, Кути Праймов, иконы, все подряд. Так, Сократус. Кулебали. Рабит. Так, сколько мы хотим монет? Дайте мне посмотреть. Да блин. Погоди. А, он этих, блин, дизлайков, я не вижу. Слепошара. Так, пусть будет Хектор Беллерин. Какой болен дизлайк, да? И шкалинаж. Так, хорошо, я тебе продам только этого чувака тогда. И далее. Я хочу монет. Сколько за него? За сколько его можно продать? Да не нужны мне карточки! Нет, столько мало. 500к. Нет.
250к. Чё? Твою мать. Почему я такой слепой? Уже 40 минут не продлилось, потому что... А я теперь дам good cards for bad cards. Конечно же, я не буду давать ему good cards for bad cards. Давай сначала найти рупер. Предложи, сколько ты хочешь. 200к? Нормально, давай. Все, вот мы потихонечку всех продаем. Сейчас еще пару человечков продадим и все. Закончим запись. Не, ну я сомневаюсь, что я на запись буду пытаться покупать кого-то, потому что это долго. Сделанько. Так, Кулибали. Тайсон и Хектор Беллери. Ёбаного. Хрена себе. Нет. 150к. Все. Продали наконец-то. Так. Так, здравствуй, день рождения. Петелха ногу. А чё? Герой. Слишком много людей в мире. Слишком многих людей в мире. Гречку с молоком. Да не, блин. Хорошо. Сейчас хотя бы купим что-нибудь. Потом пойдем. I buy with 10 million. Так у меня тоже 10 миллионов. Я хочу 9 миллионов монет. Ага, сейчас. Да ёбана в рот. Да ёшкин кот! Не выйдет отсюда! О! Всё, 9 миллионов монет. Нет. Пошёл в жопу. Не хочешь ничего мне давать, так скажи.
Сейчас я тебе по губам шлёп. Просто сдриснул. Ладно, у нас есть время до 10%. 10% будет, тогда я закончу, если мы ничего не купим. Да нет, я буду продолжать снимать. Минышку пока ничего. Не, пока себе ничего не будет. Я тебе больше дам, я тебе 10 миллионов дам. Буду троллить теперь всех своими 10 миллионами. Хочу президента 3-4-7-7-3. Все-таки моднявы уже до 99 рейтинг все прокачали. Добила. 64. Центрбэк, плиз. Сейчас поищем. Может есть. Есть, прикинь. Есть. Я её убрал. Доу! Долбанный! Блин, я не знаю, как назвать. Мне бомбит. Я не знаю, как тебя назвать. Гораздо, блин, я у тебя уже... Ой, меня бомбит. Долбанный ты автоснимок, а. Вот он как будто выждал, чтобы уже все закончилось. И все, и он фотографирует тогда. Хотел сфотографировать, я бронзового бича продал за 250k. Give me your money. Give me your money. Давайте вливаем. Не ты хочешь давать пилить 99-го? И твой тоже. Ну вот, если люди тебя что-то просят, если люди тебя о чем-то просят, и ты говоришь, что у тебя этого нету, они сразу любят. Бесит. Что у тебя есть, Бейкер? Бейкер оф. Ты задал вам уже. Пожалуйста, продай мне Тотти.
Ла Лига Сельта. Сельта и Де Лигу. А, футболист Де Лигу, что ли? 3 миллиона. Накировка. Вот и 10 миллионов кончились. Ой, точнее, блин, ну вы поняли. Такой бум. 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 Давай мне сколько угодно денег, либо дай мне денег. Муха-муха, дай мне денег, муха-муха, дай мне денег, дай мне денег, деньги, 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 money. О, блин, уже 10%. Ну, видимо, я буду покупать Тотти, либо Пеле, вне камер. А пока что всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и все такое, вы все знаете. Ждите новых видашек, возможно, уже завтра. Чао.